Здравствуйте, с вами фитостудия «Формула здоровья». Сегодня мы вам покажем СПА-процедуру с медовым массажем. Лечебно-оздоровительное воздействие медового массажа чрезвычайно многогранно. Ведь за счет специфической техники массажа мед очень быстро впитывается кожей, все биоактивные компоненты меда легко попадают в кровь и включаются в обмен веществ. Мед, как известно, содержит в себе огромное количество необходимых человеку витаминов и микроэлементов. Медовый массаж интенсивно очищает кожу, поскольку техника массажного воздействия включает в себя элемент активного пилинга. Массаж увеличивает кровоток и дыхание через кожу. Медовый массаж представляет собой чрезвычайно эффективный метод профилактики вегетососудистой дистонии, нарушения работы внутренних органов при лечении бронхитов и затяжных пневмоний при пониженном иммунитете. Медовый массаж хорошо восстанавливает нормальную работу всех суставов. Второй этап данной процедуры – это распарывание в кедровой бочке. Кедровая бочка очищает поры, выводит шлаки. В результате нормализуются обменные процессы, улучшается работа всех органов и систем, уходит усталость. Также кедровая бочка благотворно влияет на сердечно-сосудистую и нервную систему. Третий этап нашей процедуры – скрабирование. Скрабирование способствует очищению кожи для того, чтобы активные и биологически активные вещества более глубоко и быстро проникали в кожу. Четвертый этап нашей процедуры – медовое обертывание. Медовое обертывание способствует повышению иммунитета, нормализации обмена веществ, выведению лишней жидкости из организма, устранению отечности, улучшению кровообращения. Также это отличное антицеллюлитное средство. Медовое обертывание оказывает лифтинговый эффект, выводит из организма токсинные шлаки, очищает организм и препятствует накоплению жиров. Завершающий этап нашей процедуры – это нанесение медового питательного крема.